Не успели рабочие отдохнуть от сбора урожая, как в садах Карачаево-Черкесии снова кипит работа. Вооружившись секатором, садоводы готовят деревья к зиме, формируя крону каждого саженца. Эта операция крайне важна. Срезая мешающие ветки, они помогают дереву принять правильную форму, чтобы в следующем сезоне снова получить богатый урожай. Оставляем проводник, срезаем боковые жировые веточки, оставляем только слабые, самые слабые, что у нас не даст в рост, не помешает центральному проводнику, основному стволу, не помешает в росте. Самое главное у нас основной ствол, чтобы был более сильным. А маленькие веточки, они не будут мешать, там будут 2-3 яблочка, как бы они не будут мешать. А с хлыстые, агрессивные ветки, сильные, они их срезаем. Мадина Кумратова работает в садах не первый год. Начинала с простого рабочего, а сейчас уже руководит целой бригадой, которая, между прочим, прислушивается ко всем ее советам, даже к тому, что нужно пройти вакцинацию от коронавируса, дабы уберечь себя от инфекции, которая не щадит никого. А с учетом, что они постоянно друг с другом контактируют, перед Мадиной вопрос о прививке даже не стоял. Это было добровольное желание, это было летом. У нас подготовка была к массовой уборке, много людей, общение с людьми, и здоровье и детей, и родителей, это для меня все равно важнее. Все равно большое количество людей, и на нынешний момент у нас работы, все равно я считаю, это нужно для себя тоже. И на такой позиции здесь стоит не одна эта бригада. Свой выбор в пользу вакцинации сделали практически все сотрудники предприятия. И как итог, 90% привитых работников и минимальный риск заражения. Проводим дезинфекцию помещений, которые у нас есть. Там люди находятся в маске. Но благо, поскольку 90% работы проходит в саду, то люди, поскольку вакцинированы, то минимальный риск заражения. Также мы проводим с утра осмотр людей. На момент того, как они себя чувствуют, есть ли температура или еще что-то. И при малейшей какой-то опасности, подозрении, мы просим человека, чтобы он воздержался сегодня от работы. Впереди у садоводов еще много коллективной работы. Всю зиму они будут обрезать с деревьев ненужные ветки. На предприятии надеются, что все профилактические меры, которые они продолжат строго соблюдать, обезопасят их от короны, и они не собьются с графиком, потому что в садах каждый день на счету. Дарья Назарова, Олег Молхожев, Архыз 24.